Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и сегодня мы будем делать реакцию на пони-страшилку «Банная нечисть». И я вам напоминаю, перед началом ролика, что продолжается сбор на стрим-марафон зимний, и стрим-марафон уже длится 20 часов, так что продолжается теперь сбор на 30 часов стрим-марафона. Боже мой, как я собираюсь это вытерпеть, выжить. Что ж, давайте-ка сразу начнем, ссылка на донат в описании, чтобы задонатить на марафон. Давайте начнем. Эту трагическую историю нам поведала пожилая соседка. Давно это было, соседки уже этой в живых-то нет. Остался только ее повзрослевший внук, но он уехал на север и в наших краях больше не появлялся. Печально. Он очень рано осиротел, остался без родителей. А почему, я вам сейчас и расскажу. Когда Игорь был совсем маленьким, его родители частенько выпивали. Бабушка очень ругалась, пыталась остановить, образумить и руганью, и слезами, но толку не было. Бедный Игорь каждый вечер выслушивал пьяные крики и песни до утра. Мамка с папкой переехали в старую баню и начали собутыльничать там. Новую баню, которая стояла прямо во дворе, дед выстроил, а старую снести не успел. Умер. Вот так старая и гнилая баня и стояла в самом дальнем углу огорода. Огород был больше 12 соток, и родители Игоря решили, что их слышно не будет там, да и бабка тоже перестанет надоедать. И вот, каждый вечер они сидели там, оставляя Игоря на попечение старенькой бабушки. Наша соседка все не унималась. Угрожала им лишением родительских прав. А как увидала, что они в старой бане посиделки пьяные устраивают, так полезла на них с кулаками, пытаясь остановить. «Вы чего, мол, совсем обалдели? Идите хоть вон из дому. Еще чего вздумали в ту гниль ходить? Да играетесь вы, соберете нечисть всякую». Ну да. Обозленный зять сил не рассчитал и с размаху толкнул бабку к стене и выкрикнув при этом: «А что на улице нам делать? Мы тебе не мешаем. Сама из дома нас выгнала. Посиди да помоемся. Ты нам не угрожай, поняла?» Дочь даже не встала на защиту матери. Вся лохматая и грязная, она только посеменила вслед за мужем. Бабушка Игоря от боли и обиды в сердцах тогда им вскрикнула: «Да чтоб вас бесы забрали, окаянные!» В ответ только послышался громкий и злой гогот зятя. Когда наступил поздний вечер, домой ввалился отец Игоря, звеня пустыми бутылками. «Чего пришел? Опять буянить?» – зашипела на него бабушка. «Да все, все», — прижал палец к губам зять. «Ты это, прости, сейчас Людка помоется, придет и спать ляжем. Ту баню истопили, что ли? Ну, чего, ну? Мыться негде больше. Там гниль да грязь одна». Наша соседка, честно говоря, той бани побаивалась. Все говорила, что там нечисть собирается. Сокрушалась, что дед снести ее не успел. Но разве этими доводами убедишь родителей Игоря? А тем более его отца, у которого сил немерено. «Сама нас выгнала. А ну цыц, Игорь спит. Будешь орать, снова выгоню». Зять, сопя, сел на стол дожидаться жену. Прошел час. Второй. Бабушка встала с кровати, пошла на кухню и растолкала пьяного зятя. «А ну иди за Людкой. Второй час уже ее нет». Сонный, недовольный, он потащился из дома к старой бане. И пропал с концами. Бабушка ночью вставать побоялась и проверять не пошла. Она переживала, но решила, что ничего они там не топили, а просто опять пьют. Утром домой из них так никто и не пришел. Позже бабушка нашла их в бане мертвыми. Оба они были вывернуты в неестественном положении, а головы засунуты в каменку. Соседка рассказывала, что еще долго помнила эту картину и запах горелого мяса.
Приехавшая полиция смотрела баню. Нашли открытую заслонку вверху, но разбираться над этим делом они не стали. Сказали бабке, что угорели, мол, и закрыли дело. Соседка в те дни посидела окончательно. Выход в огород закрыла и на дверь повесила крестик. Этот дом вскоре продала молодой семье, наказав баню снести, а сама с Игорем приехала в наш трехэтажный квартирный дом. Позже соседка говорила моей бабушке, что не могли они угореть, как бы они оба влезли в эту каменку маленькую. То ли их собутыльники убили, то ли правда бесы забрали, то ли их банная нечисть наказала. Разобраться мы так и не смогли. Конечно, жестко. Но, блин, они сами виноваты, потому что, ну, лучше бы за ребенком смотрели, я уж не знаю, чем... Я вообще не понимаю. Если вы понимаете, что есть какая-то такая вот проблема в семье по поводу алкоголя и так далее, то... Не надо постоянно пить, идите исправляться и попытайтесь лечиться у каких-то врачей, возможно, записаться в клуб анонимных алкоголиков, потому что всякие темы бывают, всякие проблемы в семьях бывают, но основная проблема в семьях – это как раз-таки пьянство. Либо от одной стороны, либо от обоих. Поскольку жить так не советую. Вы и себе навредите, и вашим детям, и окружающим, которые просто придут с вами что-нибудь отмечать, а вы уже угорелый. Ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Flutter Green, всем удачи, всем пока.